Всем здорово! Это закадровая озвучка от дяди Вадика. Не забываем подписываться на Twitch канал. Сегодня у нас на обзоре веб-камера от компании Aver Media PW315. Лежит она у меня с декабря, 3 месяца уже. И вот ее распаковал и выше всяких похвал. Стримил я до этого на C270, там максимальное расширение 720, поэтому она уже не подходит. Также альтернативой можно было через приложение подключить iPhone, у меня 6s, можно Android устройство подключать. И в целом высшая лига видео дела на стриме — это, конечно, зеркалка или без зеркалки, но это фотоаппараты, и ценовая политика там уже за 20 тысяч уходит. Но непосредственно эта камера покупалась за 6800, и тут еще можно привести аналог какой-нибудь Logitech, который на момент покупки этой камеры в декабре стоил 14 тысяч. От чего я отталкивался при выборе камеры? Главное, что для меня важно для стрима, 1080p. Twitch не дает стримить в большем качестве, на YouTube можно стримить 4К, но по статистике смотрит 0.5% через YouTube с телевизоров 4К, поэтому эта функция в принципе не нужна, а ценник увеличивает чуть ли не в 2 раза. Также важный момент — это 60 FPS, чтобы плавность кадра была максимальная. И немаловажно для меня в условиях небольшой квартиры, чтобы угол захвата был 95 градусов, то есть широкоформатный объектив, соответственно, позволяет объект съемки, в данном случае меня, удалять. На этой камере есть заглушка видео, не надо ее отворачивать во время какого-нибудь рукоблудия. Достаточно все монументально, крепенько. Снизу камеры есть резьба для штатива, какая-то инструкция в коробке, еще там мануал, и в целом больше ничего лишнего не присутствует. Качество исполнения максимально порадовало, очень комфортно, очень классно. Вот тут можно почитать все, что есть, да, 1920 на 1080, захват идеальный, камера максимально лаконичная, столик, если кому интересно, в Декатлоне покупался, нож, которым распаковываю обычный икеевский, самый простой, с прорезиненной ручкой. Все подключается через USB, никаких драйверов не надо, все находится. И сейчас мы переходим уже непосредственно к записи через OBS, теста камеры и проверки звука. Ля, камера удивила в хорошем смысле этого слова. В OBS максимально базовые настройки, ничего там не подкручивал. Тест непосредственно того, как выглядит видео с вебочки. Как по мне, вышка полная. Включаем свет максимальной яркости, чтобы во фронт в лицо светило. Получается вообще идеально. Сейчас проверим по звуку, потому что сейчас записывает вот на этот микрофончик. Это не с вебки. Вебка просто вышка. Для базового стриминга, если кто-то что-то думает, можно брать смело, подойдет, и чтобы торгануть лицом. И самое главное, вот очень радует угол обзора, это 95 градусов, потому что он вот просто на вытянутой руке. Вебка находится достаточно близко, а захват очень большой. Класс. Качество звука я услышу только на монтаже, поэтому сейчас ничего сказать не могу. Но есть ощущение, что оно просто отвратительнейшее. Поэтому долго мариновать ваши уши не буду. На этом был все. Дядя Вадик, любви вечного, доброго, светлого. Муа!